Внезапная апрельская жара ускорила цветение персиков, абрикосов, мирабелли. Синоптики предупреждают, в середине апреля вполне возможны заморозки. Как это скажется на цветущих деревьях и урожае фруктов, подробности в нашем сюжете. Виданное ли дело? Первые числа апреля, а на улице хоть загорай. Плюс 30 сегодня на солнце днем. Люди с курток сразу перешли на футболки. А на деревьях буквально за день распустились цветы. Абрикос, персик, слива, косточковые деревья уже почти отцвели. И прогнозируемые синоптиками в середине апреля заморозки большим ударом для них стать не должны. Абрикоса у нас уже практически отцвела, по крайней мере, даже ветер сдул ее листочки. Цветет поздняя абрикоса. Марабель отцвела, то есть вот эта алыча. Конечно, персик сейчас цветет. Через 10 дней уже будут завязи, и завязям, в принципе, это не проблемно. Если морозы небольшие, их можно просто сверху опрыснуть. Когда вода замерзает, выделяет тепло и нейтрализует, так делают все огороды. Повлиять на урожай температура ниже нуля может только, когда деревья цветут. И то, если похолодание продлится долго. Но с таким ранним цветением уже через неделю отцветут практически все фруктовые. Может цвести вишня. Но любое растение, оно не дает сразу все цветы. Оно не цветет одним разом. Оно цветет несколько волн до 10 дней. Поэтому вот эти пару дней, даже если какие-то завязи замерзнут, то следующая будет волна цветения, и это будет нормально. Ну а синоптики говорят, от погоды ждем все, что угодно. Для нашего региона заморозки в апреле – дело обычное. Похолодание и этой весной никуда не денется. В середине апреля к нам приблизится холодный фронт. Возможны заморозки, температура понизится, вопрос только – насколько? Циклон должен будет раскрутиться над Балтикой. И в перспективе где-то 12-13 числа прохождение холодного фронта. И там будем мы уже уточнять, там будет у нас минус или нет. Обычно заморозки у нас в это время случаются. Это нормально. Ну, они, конечно, будут, куда они денутся. Вопрос, насколько сильные и когда точно. Ну, а что касается ближайших дней, сегодня-завтра небольшое понижение температуры на 5-7 градусов тепла. Незначительное, если так можно назвать похолодание, продержится недолго. Уже к концу недели снова практически лето. Наталья Ткачук, ТСВ.